Работники сферы культуры – люди занятые. Концерты, репетиции, мероприятия. Когда заняться собственным здоровьем? Если вы не идете к доктору, он идет к вам. Сотрудники Центра медицинской профилактики провели выездной профилактический осмотр в городском театре. Портативное оборудование позволяет делать забор крови на месте и почти моментально выдает результат. Уровень глюкозы и холестерина в крови значительно влияют на сосуды. На самом деле это очень замечательная вещь, потому что болезнь всегда лучше предотвратить. То есть проанализировать, да, вот я на данный момент прошла дыхательную диагностику, диагностику легких, у меня все хорошо, я могу быть спокойна. Во-первых, нету очереди, да, мы не теряем времени своего, вот, и очень доброжелательные врачи. Обследование сердца на кардиовизоре выявляет признаки гипоксии, ишемии до того, как отклонения вытекают в заболевание. Наше обследование позволяет выявить самые начальные изменения, которые еще не перешли в болезнь. И в этом смысл нашего обследования профилактическое, когда можно что-либо изменить, только скорректировав образ жизни, питание, какие-то исключив какие-то вредные привычки. По результатам обследования врачи дают рекомендации и предлагают пройти более обширный осмотр в Центре медпрофилактики. Обследование бесплатное. Люди всегда с желанием приходят на наше обследование, с благодарностью относятся к предоставленной им возможности. У кого выявляются какие-либо отклонения, на месте сразу даются рекомендации. Мы приглашаем для повторного обследования уже на месте, на базе нашего центра, где можно более углубленное пройти обследование. Люди, которые приходят к нам для динамического, то есть повторного наблюдения, практически у всех отмечается положительная динамика. Любое предприятие или учреждение может пригласить выездную бригаду в офис. Подать заявку можно по телефону 5 44 87 в регистратуре центра.